Так, старт. Миссия 12. Операция «Терновые врата». Радуга уполномочена обыскать поместье Николы Госпика, чтобы найти улики, касающиеся химического оружия. Разведка утверждает, что у него в распоряжении все еще есть крайне смертоносный кислотный реагент, который он обязательно попытается применить. Ваша задача – не допустить уничтожения улик на компьютере Госпика и захватить поместье, используя любую необходимую силу. Госпик ушел в подполье, а значит, стал еще опаснее. Он где-то нашел себе нору, а нам придется выкопать его оттуда. Мы начнем с его поместья на Каймановых островах. Не похоже, чтобы он был там, но все же там могут обнаружиться запасы кислотного реагента. По крайней мере, разведка хочет перерыть это место сверху донизу. Если нам повезет, они смогут выяснить, куда он сбежал и куда собирается ударить в следующий раз. Сейчас вам нужно изучить план поместья. На этот раз нам не придется беспокоиться ни о каких заложниках, и слава богу. Но еще это говорит о том, что не все сопротивление будет сосредоточено в главном здании. Мы отследили источник ингредиентов VX, которые вы конфисковали в Пиларе. Это старое советское производство, контрабандно вывезенное Престоном. Мы даже сумели выяснить, как он купил его. К сожалению, это еще не все, что он приобрел во время своего похода по магазинам. Кроме VX, он купил оборудование для домашнего производства этого вещества и то, что мы можем достаточно уверенно назвать кислотным реагентом. Когда вы проводили рейд на фирму по импорту-экспорту в Порто-де-Алегро, то захватили всего лишь образцы, а сам кислотный реагент все еще у него. Да и Госпик с Гутерезом все еще на свободе. Кислотный реагент, который мы ищем, это, скорее всего, фенилдихлорарсин, жидкость без цвета и запаха. Он воздействует на глаза, легкие, кожу и кишечник любого, кто не успел защититься от него. Он чуть менее эффективен, чем так называемый горчичный газ, дедушка нашего кислотного реагента. Но больше о нем нельзя сказать ничего хорошего. К тому времени, когда проявляются симптомы отравления, помочь жертве уже ничем нельзя. Так, это у нас так, общая информация, новости, приказы. Ваша задача предотвратить уничтожение данных в компьютере Госпика и захватить поместье, используя любую необходимую силу сопротивления, должно быть организовано лучше, чем в прошлый раз, когда вы были здесь. Так что будьте настороже, атака на поместье сзади обеспечит вам эффект неожиданности. Квидди... Что-то... А, они у меня все есть. У меня все оперативники живые, как бы, потому что я первую миссию дохуя раз переигрывал, поэтому там у меня, да-да, первую миссию ёбнули человека, но он этот... С переигрыванием уже они остались, как бы все у меня на месте. Так, Чавис Динго сюда. Богарда сюда. Филатова сюда. Бурки сюда. Так, сейчас я настрою всех, возобновлю. Так, бля, форму забыл, сейчас всех... Так, все. Всех снарядили, сохранить. Отлично. Начинаем. Тут у нас не будет сторонних наблюдателей. Прикончите всех. Так, пойдем. Угроза устранена. Танго убит. Нейтрализована.
Отлично. Хорош. Враг нейтрализован. Что такое? Ты что, с этим не надо ничего делать? Угроза устранена. Враг убит. Блядь. А с этим можно взаимодействовать, блядь? Как эту скамейку подвинуть на стул? Так, а этот... Чё-то нихуя, ну вам похуй. Что это было? Кто тебя пиздел там? Так, давай, сердцебителем, наверное, чё. А, вон там, сука, где-то, блядь. Хуя сих там, блядь. Враг убит. Угроза устранена. Враг убит. Сколько у вас, блядь? Угроза устранена. Блядь, один патрон, нахуй. Танго убит. Нихуя их разваливаю, нахуй. А, чувак удачно вышел, блядь. Тут... Не, не здесь. Танго убит. Там еще тут наверху есть. Так, а тут есть у него? Не, там, наверное, на лестнице. Где мои челы? Всем отрядам стоять! Все отряды, выдвигаемся! Двигаемся! О, тут чело есть. Бля, опять патронов мало нах. Враг нейтрализован. Угроза нейтрализована. Прибыли, сэр. Чё своего не заебошил? Че, где остальные-то, блядь? Так, подо мной кто-то есть. Ой, бля, красавчики. Задание успешно завершено.
Вы можете поверить, что соседи начали жаловаться? Все, прошли все. Заебись. Хорошо, хоть тяжелый армор одел, нихуя не нанес вреда никому, особо там чувака стрельнул случайно. Ладно, продолжим следующее место.